нами чемпион мира среди юниоров Михаил Акименко из России в прыжке в высоту. 2.24 – хороший результат повторения личного рекорда. Доволен ли собой сегодня? Да, вполне доволен. Ну, хотелось, конечно, большего, но не получилось. А что не получилось на 2.26? На 2.26, наверное, технически еще не готов был, а сила вроде была, а техники не было. Будем готовиться уже к дальнейшим соревнованиям. Но, в принципе, перед финалом ты волновался или нет? И какую себе цель ставил? Конечно, волновался. Ну, цель себе ставил, конечно, думать, хотя бы быть в призах, но тут получилось выиграть. Ну, я рад очень. Спасибо. Как будешь сегодня отмечать победу? Не знаю. Отдыхать просто, с друзьями веселиться. В целом, что можешь сказать об этих соревнованиях, о Юджине, об Америке? Очень красивый город, мне очень понравилось, и атмосфера очень классная. Ну, просто мне тут нравится, и все, классно. Супер. Поздравляю.